Также глава государства передал в дар храму образ Иоанна Предтечи XIX века, который в его присутствии поместили в алтаре. Новый собор облицован каменной резьбой из белого владимирского известняка. Из такого же камня сооружены древние белокаменные соборы Владимира, Суздаля и Москвы. 7 его куполов хорошо видны с различных точек, поэтому храм станет одной из доминант старой части города. Его высота достигает 61 метра. Строительство храма началось в 2014 году. Этот храм посвящен и воскресению Христовому, Христову и новомученикам, то есть памяти тех, кто пострадал за веру в период богоборчества, кто погиб в ходе репрессий, и вместе с тем он олицетворяет примирение.